Компания Volkswagen представила в Шанхае новый концепт Volkswagen ID Cross. The ID Cross. Новый концепт построен на платформе MEB, на которой в будущем будут построены все серийные электрокары Volkswagen. На данный момент уже построены два электрических концепта – Skoda Vision E и Volkswagen ID Cross, который, в принципе, является одним и тем же концептом, только под разными именами и разным внешним дизайном. Как и Skoda, Volkswagen ID Cross оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 306 лошадиных сил, которые приводят в движение переднюю и заднюю ось. Емкости аккумуляторов должно будет хватить на пробег 500 км. Максимальная же скорость электрокара составляет 180 км в час. По замыслу немецких инженеров и дизайнеров, концепт Volkswagen ID Cross должен будет позиционироваться не только как машина для ежедневных поездок, но и как машина для дальних путешествий. Благодаря компактному размещению электронных элементов, в салоне машины достаточно просторно как для трех пассажиров и водителя, так и для багажа. Ну а быстро зарядить аккумулятор можно будет на специальных станциях экспресс-зарядки за 30 минут, что вполне достаточно для кратковременного отдыха с легким завтраком или чашечкой кофе. Разумеется, электрокар Volkswagen будет оснащен всеми чудесами электроники, включая автопилот. Вот только какими электронными системами будет оснащена серийная версия электрокара, пока никто сказать не может, так как в серию машина может поступить не ранее 2020 года.